А все думают, это какое-то яблоко. Нам дали понять от мультфильма, что Ева взяла его, и ему сказала, иди, и они пошли туда. И он пошел и взял, она взяла, так сняла, и сделала, и попробовала, и все. И ему дала, и он упал, и умер, и все это на святого. Ой, как красота! Что это? Ну, погоди. Это можно или нельзя? Иди к этой траве, что он был на такая свадьба. Дай ему вопрос. Можно в Тора бить в такие места? Да или нет? Ой, слушай ты. Оставь глупости, слушай. Оставь твой обман, оставь. Можно или нет? Я могу зайти в такое место, а где девочка танцует, и все у нее двигает, и мужчина там и делает. Что это? Еще дашь, маш, что это? Еще на пол он дает удары, да. И она потом лезгинка, да, что это? Еще не хватает, что он нож вытащит и нож, что это? И они сегодня с ножа так, это так, чак, так, и у него нож. Позор Акадош, что кого Бог любит сами больше? Кого Бог любил сами больше от наших родителей, от наших святых? Подумай, тёпка. Моше, ты знаешь, что был Моше? Бог его любил? А когда я тебе даю молитву? Миша бараха ботену. Кого я первый говорю? Кто заходит первый в сука? Кто заходит первый в мой род? Авраам! Почему Авраам? Потому что Авраам, как узнал, правда? Авраам бегал в Москве, в Нальчик, в Тегор, в Лос-Анджелес, в Дербен, в Баку, в Джанда. Знаете, что они тут, все наши тети, сестры, наши... Что они ждут? Скажи, что ты меня любишь. Скажи, что я самая красивая. Скажи, что я модельная, что она некрасивая, как я. Она всегда смотрит на телевизор, всегда. Она смотрит телевизор и говорит, она некрасивая. У нее никто некрасивая. Она все операции сделала. Если я сделала операцию, я тоже была такая красивая. Она не может жить с этим, что там ее муж смотрит, что там есть какая красивая. А они начинают спорить. Нет, и он есть, это не операция. Ну и ты мне учишь. Это операция. Нет, это ее нос натуральный. Ну что я тебе говорю, операция? На Google. Ищи. О, спори. Шломбайт надо делать после такой спор. Операция или нет? Один отрыв, что у них будет ад, это такой раввин, что увидел, что ты сделал ошибку. Он тебе говорит, садик. Хуби, все хуби. Он боится его потерять. Что ты боишься его потерять? Ты его потираешь, если ты ему правду не скажешь. Все хуби делай. Ты микро не ничего сделаешь, день придет, умрешь, будешь на микро.